По информации из кинотеатра «Спутник», в период с 1 по 8 января к важнейшему из искусств прикоснулось 1713 человек. Из них 825 – это дети. А наибольшей популярностью у горожан и жителей района пользовался новый мультфильм «Три богатыря и морской царь». Постоянно работает кафе, куда народ также охотно заглядывает. Остается только добавить, что в городе самые дешевые в Российской Федерации билеты в кино. Долго ли продлится эта акция, неизвестно, так что посещайте «Спутник». Тем более, что 12 января в кинотеатре «Спутник» премьера художественного фильма «Викинг».